Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателя совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Румынии, министра энергетики Румынии Вирджила Даниэля Попеску, министра сельского хозяйства и развития сельской местности Адриана Чесноя и специального представителя президента Румынии по стратегическим проектам Анубер Чал. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.